Здравствуйте, товарищи! Сегодня пятница, 19 января 2023 года. И вот хотел небольшое сделать сразу такое замечание. Шел когда, вот, сегодня на прием депутатский, вот и обратил внимание, значит, холодно на улице, холодно достаточно. Собаки жмутся к людям, там пытаются что-то у них там выпросить. Вот, я пока шел, своим собакам нес, все отдал другим собачкам. Вот. И обратил внимание, вот как вот на улице люди себя ведут. Идут, и что-то каждый свое что-то говорит. Я стал приглядываться, люди просто идут, гаджет в кармане, холодно, уже трубку вот так вот не понесешь в ухо. И у каждого в ушах вот эти вот Wi-Fi примочки. И они такие, каждый хочет коммутировать. Чем холоднее, тем коммутировать хочется больше. Но ощущение такое, что вот ходят такие вот роботы, такие заряженные, и каждый свою программу какую-то отрабатывает. Каждый в своей реальности. Нам мало в телефоне замкнуться, да, в своем. Нам еще надо еще в уши, чтобы прищепки ставить, чтобы полностью вообще отгородиться от этой реальности. И вот жить в какой-то вот своей. Вот я общаюсь с тобой, с ним. Все, мы вот все говорим. Нам мало времени на работе, нам мало времени где-то встретиться. Мы должны делать какие-то свои задачи, да, говорить вот с ними там где-то. Непонятно. Получается, что в этой реальности человек это пребывает в какой-то параллельной. А вот то, что здесь находится, его нету. И вот как, что получается, что мы живем каждый в своей реальности, среди других реальностей. И роботы ходят и говорят каждый чего-то свое. Ну, я как бы хотел вот именно продолжить тему об имитационной работе вот этих вот имитаторов разного рода и как такое получается. Как раз недавно прочитал, вот, перечитал аналитическую записку внутреннего предиктора СССР вот, об имитационно-провокационной деятельности. Вот. Ну, там таким языком, скажем так, не всем это будет понятно. Но вот если так вот немножечко донести эти вещи, ну, это нужно на примерах, я считаю, делать. Вот, например, вот, скажем, к нам зимой, к нам в прошлом году с Хабаровского краевого отделения был послан такой гражданин Тароев Евгений, не помнишь? Николаевич. Николаевич. Тароев Евгений Владимирович. Тоже, кстати, Женя, да? Женя. Вот, и сказали, как в песне, в наш тесный круг не каждый попадал, и вот однажды мною проклятая дата его привел с собой, говорит, и сказал, да, со мной он, нальем ему, ребята. Ну, тут как бы я не привел, его порекомендовали, да, можно сказать, навязали, чтобы он нам помогал. Ему сразу дали работу партийную, сразу поручили деятельность, значит, там, каждое наше мероприятие, каждое собрание проводить политинформацию, потом, значит, в дальнейшем помочь организовать избирать, значит, людей, которые пойдут нашими кандидатами в депутаты от КПРФ, то есть он сказал, что у него в Пуэре, в Лазареве там свои люди, там знакомые, прочее. Вот. Но как бы было сделано совершенно другое. Мне попросили сделать доклад, я сделал его, но, к сожалению, оставил в компьютере на работе, не распечатал. Поэтому доклад чуть позже конкретно я буду зачитывать. Но мне тут тыкают некоторые, что я читаю по бумажке. Но это по бумажке, это только с целью экономить время ваше, чтобы все было компактно, максимально понятно. Вот поэтому сейчас чуть-чуть еще вот расскажу вкратце, как эта имитация происходит. Вот. Вместо того, чтобы заняться деятельностью, значит, ни одной лекции политинформационной мы не увидали. Вместо того, чтобы заняться деятельностью, популяризовать идеи, тезисы КПРФ, объяснить 10 шагов вот эти, да, к социалистическому строю, нет. Вместо этого была организована какая-то там группа непонятная, называется КОБР какой-то там, вот. Для чего это сделано? Ну, она, чем занималась эта кобра? Она эмулировала работу. То есть мы помогаем людям. Но потом оказывается, что нет. Они не помогают людям, а они делают так, чтобы люди умели сами себе помочь. Я так понял. Но это несколько другая вещь. Это называется дианетика Рона Хаббарда. То есть они
формирует. А не помнишь, как аддитор, по-моему, или аддитор, да. Аддитор, да? Вот. И вот этот аддитор обучается 10 лет, и он потом подводит людей к таким ситуациям, что человек сам свою проблему находит на нее ответ. Это очень такая серьезная вещь. Но потом в дальнейшем учение это как бы это движение извратили по-своему. Есть такая версия, что Рон Хаббард сам был недалекий и сумасшедший. Мы, кстати, кончил, он тоже не очень хорошо. Вот. Но об этом сейчас не будем. Но я говорю к тому, что это кобр, это так называемый, который должен помогать, как бы призван, да, помогать. Нет, не призван, неправильно, заявился тем, что он помогает людям. Он берет на себя такие обязанности, как... Он себя начинает позиционировать как социальный институт дианетики, Рона Хаббарда. Но это несколько другие вещи. Вот. Ну и в дальнейшем, как бы более того, там деятельность, которая там велась, она была направлена наоборот против КПРФ. Вместо популяризации идей, она была направлена наоборот против КПРФ. Как и это? Так или иначе. А как это? Были собраны, туда, значит, собрались все, кто пришел в КПРФ, например, с тем же вот Евгением Полищуком, которого нещадно обманули, вот он пришел в КПРФ 2,5 года назад, попал под влияние вот разных там Кукушкина и как-то еще забыл фамилию. Неважно. И, короче говоря, просто был просто на корню обманут. Вот. И обманул, и получается, потянул за собой еще 1,5 десятка человек, которые так же, как он, оказались обманутыми. Они хотели чего-то, а получилось, что им не дают того, что они хотели. А что они хотели? Они хотели каких-то там, каких-то определенных быстрых достижений, каких-то задач. Но задачи эти они не озвучили. И, короче говоря, непонятно вообще, чего они хотели. Ну... Если предметно, то они хотели здесь стать главными. Ну, главными идите, выбирайтесь, я не знаю, депутаты. Так вот, по депутатам. Приехал, значит, человек, который всю работу просто саботировал. Вместо того, чтобы, говорю, проводить политинформацию, он завел какую-то группу, непонятно, там, какие там товарищи, все вот эти вот, которые в конечном итоге были из партии исключены, да? Ну, в общем-то, они сами отошли от нее. Все вот эти вот товарищи, они вошли к нему в группу, стали все вместе всякие гадости писать про КПРФ. Что... Это же фракционеры. Это какая-то, да, фракционизм какой-то. Но в уставе КПРФ написано, что фракционизм у нас он недопустим. Недопустим вообще. Фракции у нас внутри партии недопустимы. Поэтому я вообще не знаю, это уже нарушение устава сразу началось. А доказать эту фракционность вообще не представляется никакого труда. То, что я скажу больше, там как бы некоторые вещи совершенно расхожие. Вместо того, чтобы укреплять государственность, там какие-то попытки, какие-то экстремизмы такие наблюдались. Ведь с этим пускай разбираются вообще отдельные люди, отдельно на это обученные.